И всем привет, дорогие ребята, вы на канале Накомет, и сегодня будет обзор на станцию Площадь Ленина. И всем привет, если ты смотришь этот как там RFET и или ты как там Дальновольт 23 говорит. Привет там. Вот моя станция Площадь Ленина. Вот и так получилось. Вот. Вот такие золотые. Вот двери. На станции я видел такие. Вот. Оттуда я еще только туннель, вот еще, ну, дальше будет станция Чернышевская, хотя Чернышевскую закрыли, потому что там делают эскалаторы. Вот эскалатор, она очень станция довольно глубокая, как и в реальной жизни. Сейчас только мы поднимемся и посмотрим, как выглядит сверху. Все, поднялись, вот так выглядит. Он так даже так высоко, даже страшно даже упасть, вот так покутиться так. Вот, идем. Вот как она выглядит. Сейчас покажу, как она сзади выглядит. Вот так же. Ну, я в принципе старался, кстати, весь туннель идет через воду. Вот. Вот там у меня станция Выборгская. Вот. Жалко, что у моей станции, хотя там должно быть два эскалатора. Один эскалатор на выход, а один эскалатор на станцию вы поняли, если что. Ну и можно уже заканчивать. Ну и вы были на канале Накомет. И всем пока-пока. Яппи!